потом будет уже поздно браться за оружие. Дети и то идут. Да, ополчение. У нас молодежь 15, 16, 17 лет. Есть ребята, которые еще 18 лет не исполнилось, но они помогают. Они без оружия, но они помогают. Не обязательно брать оружие. Елена Викторовна, спасибо вам огромное за ваше доброе, теплое сердце, то, что вы не остаетесь равнодушными таким, как я. Таким, как мы. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, помощь, доброту. Спасибо большое. Большое-большое спасибо. Помогаете нам выкарабкаться из нашей большой беды. Да. Тяжелой ситуации. Mm-hmm. Спасибо вам огромное. Mm-hmm.